Привет, друзья! Угадайте-ка, что перед вами. Ну, конечно, что вам угадывать? У вас все название написано. Спасательный круг 1987 года. Именно то время, когда я ездил с родителями и сестрой в город Очаков отдыхать и наслаждаться солнышком. В общем, вот такой круг купили тогда. Это не мой. Это для сестры покупали. Свой я вообще не могу найти. Ну, вот этот нашел, как видите, вот сейчас, извините. Значит, тут есть надпись, цена 1 рубль 80 копеек, ГФИ и год 87 год. Все здесь написано. Вот такие круги спасательные. Можно даже не спасательные, для плавания. Продавались в 87 году, 1987. Дизайн, как видите, елочки, грибы, цветы. Ну, здесь все красное. Вот такой кружочек, который переливается. И сейчас попробуем надуть круг, которому уже более 31 года. Не знаю, получится или не получится, но такая моя обязанность, все-таки ютубер, как-никак. Итак, друзья, прошу любить и жаловать, надуватель спасательных кругов. Go! Все, я уже больше не могу. Шучу, конечно, но видите, что делается? В общем, воздух, только начинаешь надувать, все, он назад выходит. Ну, это не очень нравится, конечно, но что поделаешь. Конечно, давление зашкаливает. Итак, друзья, я надул, наконец-то, этот спасательный плавательный круг. Ну, вы знаете, во время надувательства я увидел в глазах дальний свет. Это шутка, конечно, но просто столько литров воздуха закачать, вот это все нужно. Непростые, легкие, мощные. Сейчас все намного проще. Надуваешь, воздух не выкатывается. Ну, тогда такой системы мало кто придумывал. Поэтому вот так накачал. Ну, друзья, спасибо, что вы были вместе со мной. Лайкайте. Всем пока.